28 декабря. Погода бомба. Планер обладает запасами энергии. Что же будет? Скоро горы. Друзья, почему я так переживаю с точки зрения мотор запустится, не запустится? Холодно. Серега, ну как? Нормально. Нет. Нет? Я тебе доверяю, что? Мне доверяю, а я себе не доверяю. Ну ты ж. Себе бы я тоже не доверял, а тебе доверяю. Ладно, спасибо. Вот сейчас я ныряю. Вот он. И я смотри как. Лыжи! Лыжи! Сказочный долбоящер. Но зато мы попробовали то, что испытывает лыжник. Олени. Видишь? Вот, олени. Олени. Олени! Ой, много. Все, не будем больше пугать, а то нас заругают зеленые местные. Так никогда не делай. Так нельзя. Итак, друзья, Серега мне помогает сегодня в тяжелом деле. Вы не думайте, он на костылях бегает быстрее, чем я без. Сначала одну ногу ему сломало такси. Все думали, конечно, на параплане. Сломал ногу на параплане. Много дней успешно летал, а потом в один из дней взял и сломал вторую ногу на посадке. А сейчас он хочет на планере полетать. Не знаю, зачем. Снимаем GoPro 10. На голове у меня будет DJI Action 3. Она будет с радиомикрофоном. Вчера радиомикрофон от нее не сработал. Камеру GoPro 11, к ней модуль, который позволяет подключить микрофон. Чем она хороша? Тем, что позволит мне записывать звук весь полет на заднюю камеру. Соответственно, это позволит легче синхронизировать переднюю и заднюю кабину. И даст вариант звука запасной, потому что, как вы видите, звука много не бывает. От винта. Готов? Да. Поехали. Обороты в норме. Закрылок перевожу на позицию 10. Огонь. Ну что, пройдем над камерами еще разочек. Чтобы вы понимали, никакого риска, потому что каждую секунду я знал, куда я приземлюсь, если чекнет мотор. Ротор, хочешь посмотреть? Нет. Ну давай посмотрим, ничего страшного. Давай. Друзья, вот самое страшное место для пропланеристов, ротор. За склоном. Но так как ветер не сильный, 15 км в час, ничего в этом страшного нету. А мы... Ну, снега, кстати, мало выпало. Уменьшаю обороты и глушу мотор. Сейчас винт немножечко провернется и попадет в вертикальное положение. Пошла уборка. И есть наборчик. Есть пищит даже приборчик. Смотри-ка, сейчас пройдем облако, Серег, и там впереди откроется вид на Геленополь. Вон, видишь, три озера? Mm-hmm. Вот. За ними Геленополь. Так, болтанка пошла, минуса. Попробую пробиться чуть-чуть на... Нифига себе, какая болтаночка. Разворачиваемся. Это добром не кончится. 28 декабря, погода бомба. Планер обладает запасами энергии. Высота равно скорость. Ну, точнее, меняется на скорость. Вот сейчас мы меняем на скорость. И пикируем склон. Разгоняемся до 200 км в час. Что же будет? Скоро горы. Страшно-то как! И мы меняем энергию скорости на энергию высоты. Друзья, энергия есть. Видите, я болтаюсь в чем-то. Не скажу, что это чистый какой-то динамик. Некая смесь, мне кажется. Видите, друзья, то был поток, то нет. Это как раз признак того, что... Ну, он может быть, знаете где? Вот.
облака впереди демаскируют, вот где сейчас должно переть. И не прет. Здесь сосульки должны быть красивые. Смотри, есть сосульки? Нет сосулек. Так, нет сосулек. А сейчас я ручку на себя потяну, сколько мы высоты наберем. Видишь, пяу. Поднялись. Вот я до 150 бросил, медленнее, мне страшно. Ну что, есть что-нибудь? Луна есть над вершиной, а потока нет. О-о-о, как плавнисто. Ты посмотри, а. Вообще не густо. Вообще ничего нет. Ого-го-го-го. Слушай, у нас минус 4, минус 5. Я чувствую. Слушай, откуда ветер дует? Японский ты бог. Вот это мы влипли. Мы сейчас перевалы впереди не пройдем так. Вот это мы сейчас пошалим. А я не знаю, мотор запустится в такой мороз второй раз или нет. Я не уверен. Поржем, что? Если что, приземлимся. Ты хромой, как мы до дома дойдем? Когда... Вот, друзья, один хромой, другой косой. Слушай, неужели ветер южный? Я вообще не понимаю, что творится. Так, на чертежах западный. Оп, 150, 150, 150. Какое-то заколдованное место. Минус а здесь 4. Всегда так. Да не говори. В любом случае, мы единственный наш способ это тянуть вперед и пытаться хребет перетянуть. Если нет, справа будем его обходить. И как-то низами выбираться. Если что, справа под Веркором можно сесть, там есть поляна. Они рванут ли нам через перевал страшный? Давай. Как ты на это смотришь? Давайте, друзья, как это, пожелаем нам удачи. 150, 108, ну давай, попробуй. Проводов здесь точно нет, я проверял. А перевал мы должны проскочить. Ух ты ж, даже мне страшно. Серега, ну как? Нормально. Нет. Нет? Я тебе доверяю, что? Мне доверяю, а я себе не доверяю. Ну ты ж. Себе бы я тоже не доверял, а тебе доверяю. Ладно, спасибо. Ну, зато, друзья, мы вышли на в зону, откуда мы точно долетаем до нашего аэродрома. То есть сейчас мы... О, птицы! У-ху! Они-то что тут делаете вообще? Кыш! Кыш! Вау! Ну, если они набирают, значит, и мы можем в роторе. Ладно, пошли так, по хребту. Так ли это важно? Смотрите, какие красивые заносики. Ой-ой. Прям мечта горнолыжника. Что такое? Что тебе страшно? Конечно, я тут склон в 5 метрах. Мы еще высоко, как над этими зубьями летаем. Ну ведь прикольно, а по-другому летать скучно. О, опять птица. Ладно, не будем на птицу. Охотиться. С левой стороны на 10 часов горнолыжный парк. Посмотри, на склонах катается кто-нибудь или нет. А тут не видно. Давай посмотрим, что там крест наверху или люди. Человек. Человек? Человек. Вот это маньяк. Он думает, вот это да, маньяки. Да. Друзья, вот здесь внизу скитурщик. На вот этих всех горочках катаются лыжники, которые с кайтом. Ну, как их называют? Кайтер, во. Кайтер? Из фоторужья его? Из фоторужья. Я его хоть сниму на видеокамеру, как он красив. Это же мужественный человек. Смотри, вот он. Оп, он нас снимает. Сейчас я, друзья, попробую максимально близко к нашему товарищу подтянуться. 120 у меня скорость. Я прям над ним пройду сейчас так. 120 есть. И скольжение главное. Вот он. Оп. Я думаю, мы порадовали товарища. Ну так, он, представляешь, как старался, лез сюда. И теперь он подумает, что вот это я конь. Вот это я молодец. Ну, будет очень красиво. Приготовились. Блин, скорость низкая, 100. Черт, может, я мне... Как-то высоты не хватит. Да, может, и не хватит, да. Давай, пробуем. Вот сейчас я ныряю. Вот он. И я, смотри, как... Лыжи! Лыжи! Сказочный долбоящер. Но зато мы попробовали то, что испытывает лыжник. А прикинь, он вот так сюда прыгнет-то. Да страшно. Слушай, он же вот так и пойдет, как мы. Ну да. Только мы-то, у нас-то крылья есть, а у него нет. Серег, возьми ручку на секундочку. Взял. Вот так зафиксирую. Раз, 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 раз. Микрофончик работает, смотрите. В этот раз он включился без всяких проблем. Высоты у нас немного. С этим не поспоришь. Но у нас впереди Пик-де-Бюр, моя ручка. А ты же знаешь эту историю, как разбился инструктор с учеником? Как? Же, по-моему, не разбились, они сели на склон. Какая-то такая байка может быть. И
их потом спасли. Но они не пилотировал ни один, и в момент втыкания как-то получилось, что все закончилось хорошо. Давай так считать, а то у меня грустные истории не люблю. А-а-а, лось бежит! Где лось? Настоящий? Да. Был точно лось был? Ну, либо лось, либо очень большой олень. Давай скорее искать оленя. Он в лес убежал, мы его уже... Ну как это в лес? Сейчас мы с криками ги-ги-ги-ги, неужели мы на оленя не сможем? Ну, для оленя он слишком велик. Ну, лось, значит. В каком примерно месте? В языке. Друзья, ищите лося. Я вам даю картинку, кто найдет лося, полет со мной на планере. Нету лося. Ну, в лес сбежал. Ах, Серега! А что, Серега, я-то его видел. А я-то нет. Ладно, сейчас вираж сделаю пожестче тебе. Специально. Эх, чтобы лося найти. И пикируем. А вон еще кто-то бегает под нами. О, точно, этого уже я вижу. Это мишка, там кабаны мишки. Какие-то. Да, или... по-моему, это мишки. Мишки, медведи? Там их три, по-моему. Слушай, ну жирные. Давай, вот это нам надо. Так, друзья, прицеливаюсь крылом, где были мишки. Или кто там был? По-моему, это были мишки. Ну, бежали так характерно, переваливаясь с передней на задней. Ну, я вот так разворачиваю склон, так никогда не делай. Нельзя. Страшно. И теперь иду низко над мишками. Где они были? Они вот в этом лесу, в лесочке скрылись. Где? Олени. Вот, олени. Олени. Олени! Много. Все, не будем больше пугать, а то нас заругают зеленые местные. Друзья, вот, кстати, настоящая лавина, посмотрите. Вот крыло я вам показываю. И какая классная лавинка сошла. И, кстати, есть поток небольшой. Серега, расскажи, как ты на этой горе чуть не остался. Надоело пьянствовать, решили, что надо разбавить активность. И полезли на гору 2 января. Примерно вот в такую же погоду. Ну, да, тут снег побольше был, наверное. Вот. Но наверх-то мы залезли с трудом. А начали вниз спускаться по ледяному кулуару. А вот. Ну и в какой-то момент со снега вышли на лед. Ну и я благополучно усвистел вниз по этому кулуару 300 метров. Ехал быстро, ехал далеко. И потом внизу ждал 2 часа, пока ребят ко мне спустятся. Чтобы на мне ни царапинки не было. Да, повезло. Яблоко, которое было у него в штанах, превратилось в пюре. Как у него кое-что, что еще другое было у него в штанах, не превратилось в туре, непонятно. Чтобы вы понимали, место, откуда они начали подъем, вот этот вот, сейчас я даже вам покажу. Это вот внизу слева, да? Да. Мы даже долетим до этого врага, потом, правда, можем до аэродрома не долететь. Ну ладно. Это и пугает. История так история. Вот начало тропы, а крыло сейчас показывает вот в то место, но оно что-то за перегибом скрыто, где Серега шуршал, аж дым идет. Ну, кулуарчик видно. В предыдущем ролике мы снимали вам приключения Сергея. Вот кулуар, с которого он там шуршал вниз. Ну, да, кулуарчик видно. Так, между тем нам надо валить домой. Ну, тебе хоть понравилось, Серега? Я в восторге. Ты в восторге? Это хорошо. Солнце в морду светит. Почему-то нету восходящего потока. Я бы даже сказал, что нас льет. И есть такие жирные славные минуса. Да, мы, наверное, не будем с тобой шалить. Потому что рискуем не долететь до аэродрома. Друзья, придется обойтись без шалости. Ну разве одну маленькую? Вполне рассчитываю, что нам аэродинамического качества и всего остального, если не нарваться на какие-нибудь мощные нисходящие потоки, должно хватить. Я верю в наш планер. А Серега верит в меня. Поэтому мы ничего не боимся. Где мы сегодня летали? Чуть сзади беленькая горка. Вот на ней мы встретили нашего коллегу. Ой, этого скитурчика. Я считаю, что любой полет – это всегда большая радость. Да, Серега? Да. А знаешь, какая часть самая веселая в полете? Посадка. Правильно. Самое главное – шасси на посадке не забыть. Может, вон лоботями пройдем пониже? Можно жене позвонить. Максик, знаешь же, как обрадуется? Туся, мы над домом сейчас пройдем. Выпускай Макса. В кадре как раз лоботим Эльсилион. Домик мой с солнечными панельками, вы сейчас видите в центре кадра. А вот Макс бегает. Бегает? Да. Давай я с левого виража, наверное, или давай с правого, через плато такой эгегейной штуковиной. Смотри, как можно.
50, оп. Уу! Нельзя. Ю-ху! Ругается. Ну, теперь пройдем пониже над аэродромом. Я еще кучу энергии обладаю. Сейчас попробуем в таком небольшом вираже. Вот, друзья, наша полоса, наш колдун. Здесь лежала наша камера. Оп, надеюсь, она уже выключилась. И смотрите, сколько высоты я наберу. Вот теперь шасси как раз. Да-да. Я ждал, пока ты развернешься. Хорошо. Тормоза работают. Закрылок 10. Полностью выпущенный закрылок. И доклад. Сарлопатитан Гуромьо Downwind Landing to South. И погнали. Любимый орбитальный заход. А, Серега, как? Нравится орбитальный заход? Да. Да страшненько, непривычно. В смысле? Относительно запасенного количества энергии, тебе кажется, что все время не хватит. Но у тебя ничего не получится? Нет, что, я же не знаю, сколько ее. Да и ее много. Я сейчас чуть-чуть убрал тормоза. Потому что нам надо подлететь поближе немножечко. Оп. Чуть-чуть поближе. Чуть-чуть поближе, иначе толкать с хромым же я не могу толкать. Мне надо обязательно доехать. Конечно, сам толкать будешь. Сам толкать, видишь, я поэтому не касаюсь. Камера где-то. Ой, будет, проехали. Будет, вторую камеру, проехали. Будут обидно камеру раздолбать. Нормально, нормально, обе проехали. Обе проехали, хорошо. Все, я сбрасываю скорость. Интерцепторы у меня где-то на треть остались. Сейчас я проверяю наличие механических тормозов. А то знаете, как поедешь к ангару, а уже останавливаться придется методом торможения носом планера в ангар. Нос — это самая дешевая часть планера, в принципе. Поэтому... Там мои ноги, давайте вот... Еще один повод сломать ногу. Волков врезался в ангар. Ну ладно тебе, смотри, какая точность. Мне уже... В ангаре пристрелены. Ну, тебе же кончик положил на асфальт. Вон, смотри, видишь? Вижу, вижу. Там справа. О! Фух. Фух. Да. Что ж, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Вот так мы немножечко славненько пошалили, потестировали камеры. Я надеюсь, что все записало. По результатам попробуем собрать ролик. Я доволен. Скажи, что чувствует парапланерист в планере? Скучно, но прикольно. Скотина.